Первый дом семейного типа в городе над Бугом появился 7 лет назад. В 2014-м супруги Петровские стали самыми молодыми родителями-воспитателями. И с того момента их жизнь и жизнь их подопечных кардинально изменилась. Детский смех и гул голосов наполнили большой дом. Дружная семья, где каждому ребенку достается большая порция любви и заботы, коротает время за активными играми в ожидании гостей. Мальчики и девочки разного возраста с удовольствием проводят время вместе, ведь родителям-воспитателям удалось построить теплые отношения между детьми. Дети у нас, конечно, разновозрастные. Когда мы в дом пришли, у нас те, что старшие, были когда-то тоже младшими, поэтому уже такой длительный период у нас общения. Ну и постепенно детки тоже разновозрастные добавляются. Но в целом у нас со всеми общий язык налажен, все у нас хорошо, дети дружат между собой, поддерживают друг друга. Мы такая одна большая семья. Брестская городская организация Белорусского общества Красного Креста ежегодно оказывает помощь детям из домов семейного типа. Для родителей и воспитателей это хорошее подспорье, ведь кроме того, что они приобретают своими силами, а количество необходимых товаров в школу не маленькое, на помощь приходят краснокрестовцы. В областном центре посильную помощь от Брестской городской организации Красного Креста в нынешнем году получит более 230 детей. Денежные средства на наборы канцелярских товаров к школе собирали члены городской организации, помогали спонсоры. Мы старались, мы привлекли спонсоров, Санта Ритейл нам помогла, Демарш и также инспекция по госстройнадзору по Брестской области. Они тоже нам закупили 8 наборов детских, вот канцтоваров мы будем вручать тоже детям из социально опасных семей. У нас категории мы взяли в этом году, были нацелены наша акция на оказание помощи детям-инвалидам и детям из социально опасных семей, признанных находящимся в социально опасном положении, а также и семьям и с низким доходом. Наборы канцелярских товаров в школу состояли из самого необходимого – тетради, пенал, ручки, альбом и другие не менее важные принадлежности. Ребята с нетерпением и любопытством разворачивали подарки от волонтеров Красного Креста. Пенал, стерка, ручки, гелевые фломастеры, альбом, папка для тетрадей. И тетрадки. Мне не надо будет что-то искать дома, а оно сразу же будет. И это будет хорошо. Надо будет тратить время на поиски. Каждый из нас помнит свое детство, помнит то ощущение, когда приятно открывать новый дневник или начинать писать в новой аккуратной тетрадке. Хочется учиться только на пятерке. Так пусть все у этих ребят получится. Ирина Кузьмич, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.